училась. Поэтому каждую пятницу дает по гастарбайту. На Ивана можно выйти? Иди. Продолжаем урок. Здравствуйте, ребята. У вас новенькая. Прошу быть с ней более доброжелательной, а не как с прошлой, Любонькой. Дай Бог ей здоровья. Марина, можно? Да, конечно. Открыли страницу 45 и читаем парад. Быстро, все. Слышь, новенькая, как это, вечером пошли со мной. Ты знаешь, что у меня отец чего директор? Ну чего, чего? Ха-ха, хлебного директора. Заткнись. Почему же ко мне? У меня папа знает, что директор? Ага, знаешь чего? Заткнись. Чур, я первый с новенькой целую. А что это ты? Ребят, да вы успокойтесь. Тут уже список составлен. 12 человек. Берите, записывайте. Так, ну, может быть, конкурс устроим? Да не, мы лучше по списку пойдем, я там первый. А кто здесь сидит, откуда эти курят? Марья Ивановна! Кирилл Андреевич! Классишь, чтобы был порядок. Сидите.